Ну что же, это был первый матч на наших турнирах для вашей команды. Соперник был довольно-таки серьезный, но какие были планы на игру и что удалось все-таки реализовать? Ну, на самом деле, мы участвуем первый раз. Парень, который отвечает за тренировки, сказал нам просто, ребят, выходим и пытаемся что-нибудь в пас сыграть по комбинациям. Вот. Что пытались, то делали. Потому что многие ребята после игры, еще игры у них были, они приехали уже, считай, на вторую игру. Физически плохо сыграли, конечно, физически многие уставали, технически что-то не получалось, да и команда хорошая была, не позволяла. Но как ты все-таки рассчитываешь, есть шанс у твоей команды на выход в следующий раунд? Да, конечно, если мы без ошибок сыграем следующую игру, ребята соберутся, с характером выйдут, то вполне. Хорошо, спасибо.